Зачастую опухоли не дают о себе знать вплоть до последней стадии развития. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем больше возможностей у человека распрощаться с этим недугом. Диагностировать и лечить опухоли поможет современное и сверхточное оборудование. УЗИ, маммограф, гамматерапевтический и рентгенотерапевтические аппараты. Все это появилось в сочинском онкодиспансере благодаря губернаторской программе «Будьте здоровы». За 3 года их использование удалось не только выявить заболевание на ранней стадии у нескольких сотен человек, но и полностью вылечить онкобольных. Благодаря Министерству здравоохранения, губернатору удалось получить это оборудование в программе модернизации. В общем-то, мы вот за последние 2 года, буквально вот 3 года полностью переоснастились. И сейчас это дает определенный эффект, и эффект в лечении положительный. И качество жизни пациента тоже улучшается. Непонятное уплотнение в правой груди Мария нащупала у себя сама. Обратилась в поликлинику и прошла все необходимые исследования в онкодиспансере. Диагноз поставили страшный – рак молочной железы. На днях ей была проведена операция. Я вот отдалась в руки этим врачам как родным и близким людям. Потому что я со дня операции до операции настрой такой был, даже я боль никакую не ощутила. И после операции вот уже лежу 20 дней, но так положено, потому что с моим весом, видимо. И я только говорю спасибо сначала Богу и большое спасибо этим врачам. Некоторые новообразования можно убрать с помощью лучевой терапии, другие только хирургическим путем. И для того, чтобы, как в данном случае, операция или лечение опухоли было проведено на ранней стадии, людям просто необходимо не реже 4 раз проходить обследование. Ведь проблемы с молочной железой могут быть не только у женщин, но и мужчин. И в рамках краевой программы 2 раза в месяц онкодиспансер проводит день открытых дверей. Каждый раз по разным локализациям. В эту субботу, 18 октября, с 8 утра все желающие смогут пройти диагностику заболевания молочной железы. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.